Что если после смерти часть тебя отправляется на небо, а часть остается здесь, чтобы увидеть, что будет дальше? Уингэп. Там произошло убийство. Еще один человек пропал. Напиши про это. Привет, мама. Боже, я тебя не ждала. Дом не готов для гостей. Я просто приехала сюда по работе. Камила, дорогая, я рада, что ты дома. Кто мог сотворить такое с ребенком? Это ни к чему. Людей будоражить. У вас две изувеченных девочки. Людей будоражит кто-то другой. Пока ты здесь, ты моя дочь. Все, что ты делаешь, отражается на мне. Я вернулась не за тем, чтобы создавать проблемы. Я вижу, ты ненавидишь это место, как и я. В этом городке кто-то что-то скрывает. Мама говорит, рядом с тобой мне надо быть осторожной. Это правда? Ты опасная? Острые предметы. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.